Если честно, с Гоголем у меня странные ассоциации, потому что когда я был в классе 4-5, меня в школе сравнивали с ним. Я не знаю, почему, то ли по внешним данным, я не знаю. Правда, понятия не имею, но меня очень многие учителя сравнивали с Гоголем. И интересно посмотреть на эту картину. Я смотрел трейлер. Сомнения еще пока не знаю, что ждать от картины, но надеюсь, что мне понравится. На самом деле это временно, и да, просто очень много произошло за последний месяц, и я решил не думать ни о чем, и просто сменить что-то в себе, чтобы думать об этом. Это личные вещи, поэтому не хотелось бы это обсуждать, но я решил дерзнуть, потому что я парень, и могу себе это позволить, что просто сбрею. Ну нет, у меня остались корни, все нормально, так что. Но мне нравится, поэтому пока что покажу так. На самом деле, это лето было единственное лето, которое не могу назвать отдыхом, потому что каждую неделю происходило что-то невероятное. Мы побывали во всей Европе с моей командой, и столько выступлений у меня не было за последние 2 года, сколько за это лето. И я чувствую себя артистом, наконец. Мы написали мой первый альбом, и я очень надеюсь, что вам понравится. Осенью мы планируем осенью. Пока даты неизвестны, но уже он готов, поэтому осталось только договориться и выпустить. Никого нет, я не знаю, грустно мне от этого или нет, потому что, правда, не успеваю думать об этом. Наверное, было бы приятно уделять больше внимания самому себе, а не работе, но мне 17 лет, у меня еще все впереди, поэтому я просто иду в свой путь.